Май мирный и трудовой. Котики хотели гулять и сходить на парад. Всех поздравляет сельский мини-приют Ирины Стрижак с праздником мира и труда 1 мая. Жаль, что этот праздник остался в прошлом, но очень хорошие и теплые воспоминания. Это наше детство, юность. Хотя, думает женщина, эти главные символы должны быть первостепенными для каждого. Мир для всего человечества и, конечно же, труд, который, как говорят, сделал из человека человека. После хорошего трудового дня можно и отдохнуть. Наши котейки с утра выстроились как на парад. Волонтер бы с удовольствием на самом деле уже и пошла бы, если бы он был. Хочется какой-то атмосферы праздника, воодушевления, единства с людьми, да и в принципе в нормальном понятии скопления людей, когда мы не боялись собираться в толпу, куда-то идти и откровенно радоваться, долго быть на открытом пространстве, а не по углам, по домам. И у всех котиков точно праздничное настроение. С самого утра они такие смешные. Некоторые котейки попытались погулять на улице, но передумали, авось будет праздничный стол, и они его пропустят. А сами понимаете, праздничный стол пропускать никак нельзя. Но наш парад начался с кормежки и уборки. В принципе, как и всегда, каждый день в приюте. То есть хвала труду. Погода, к сожалению, не располагает к гулянию животных. Но весна рано или поздно возьмет свое, и цветущие деревья прекрасны и в дождь. А дождь как будто пытается смыть все плохое и взрастить все светлое. Пусть это будет таким символом. Пусть так и будет мир, труд, май. Май мирный и трудовой.